О феномене нетленного тела Алексей Цыденов наслышан давно, но живое общение превзошло все ожидания. Исполняющий обязанности главы сказал, что, взяв на себя ответственность за республику, просил у Утигэлова поддержки в этом вопросе. Надолго новый руководитель задержался в галерее искусств народов Азии. Это первый выставочный центр Дацана, где в основном представлены изделия из мастерской Эрхимдархан. Увидел произведение Даши Намдакова. Да, я не думал, что это такое развитое производство здесь, что на самом деле не хуже произведения делаются местными мастерами. Одну из статуэток новый руководитель забрал с собой. Ему подарили бронзовую курицу. Она должна быть обязательно толстая, потому что чем толще курица, тем богаче будет урожай. Впечатления от увиденного оказались настолько сильными, что Алексей Цыденов захотел увидеть, как творят такую красоту. Экскурсию по мастерской ему провел Хамбол Амад Амбаюшеев. Все бурят талантливые, но по-своему. Но такого терпения, что умение работать – это большая редкость. Процесс создания завораживает. Появление модели, формовка, отливка, обработка после литья, чеканка, патинирование. Процесс производства из бронзы трудоемок и затратен. Вот он делает полгода, да, она где-то будет стоить 200 тысяч рублей. Алексей Цыденов, как завороженный, наблюдал за процессом. Неустанно жал руки мастерам. Среди многочисленных шедевров нашлись и такие, что брали за душу сильнее. Это без дружин. У нас трое братьев в семье. Да? Пой сам. Там скорее. Фото в этом храме искусств было особенно много. Можно это сфотографировать? Обязательно, конечно. Ну а финальным стал снимок с мастерами.